такой, как другие. Я смотрю на мир иначе. Я знал, что моя любовь и цель моей жизни, она не такая, как у остальных. Когда моя семья узнала об этом, они прокляли меня. Мама плакала, отец кричал мне вслед. Но я знал, что я родился таким. Я знал, что ничего уже изменить нельзя. Я стал дизайнером. Я выбрал путь нищеброда и сожалел о нем. Но я родился им. И ничто в моей жизни не было способно изменить это. Кроме ближайшей зарплаты, которую я, конечно же, не получил, а вместо нее мне дали. В общем, я сейчас расскажу. Портал проявил активность. В летний сезон в королевство попадает всякий мусор. Избранный мусор. Тут гадалки не ходи. А? Что здесь происходит? Где дизайн-бюро? Где моя дверь в бухгалтерию за зарплатой? Где мои иены? Где я? Добро пожаловать в новый мир. Ты был избран, чтобы стать... Так что за ваш мир? Где мои деньги, ты фурибаксы? Я смотрю, ты начал понимать, в каком мире оказался. Но у нас нет такой валюты. Да что вам? Я впахивал как не в себя весь этот месяц. У меня не то что сроки, у меня... Пригорели к моменту сдачи. Мне оставалось только приделать этот дурацкий камень к этому дурацкому... Хуже не придумаешь. По-вашему, избранный так выглядит? Захлопнись ты, помесь пекинеса и енота. Во-первых, я волк, а во-вторых... Пророки королевства Кляйн предсказали появление избранного с падением первой звезды. Звезда упала и не стоит. Но мы это быстро исправим. А может договоримся, чтобы этот дурацкий кристалл вернул меня домой вместе с моими генами? Что с ним? Я ничего не трогал. Ты активировал кристалл. Сейчас появятся все свободные носители камней. Звучит как носители вируса. Я услышал зов кристалла и убоги. Кто этот мерзкий? Этот омерзительно прекрасный, соблазнительный молодой человек. Эй, убери руки! Это дерзкий, мне нравится. Занесло в какую-то дыру. Еще и этим мужчиной чудный вокруг. Во-первых, не дыра, а королевство Кляйн. Волшебный мир драгоценных камней, наделенных магией и... И волшебных дыр. Порталы? Ну, почти. Мне конец. Я умру и пропущу свою зарплату. А это еще обиднее, чем просто сдохнуть. Сдохнуть нищебродом в неизвестности. А ты представь, что мы в космосе. И нам очень нужна твоя... Святой отец, помогите! Там странные мужчины! Они полупьяные? Они полуголые! Здесь такое не редкость. У всех бывают эти странные дни, когда, знаете... Вышел из дома, нашел на лица с маньяками, случайно порвал одежду в нужных местах, а они не пришли. Все, что я сегодня зря сделал, это надел этот чертов кристалл! Не переживайте так. Хозяин, вы вернулись! Я же говорил, что отпуск пойдет вам на пользу. Смотрите, как подтянулись, а как помолодели! О боже, настоящая девушка в этой обители разврата? Вообще-то я мальчик. Вообще-то? Да вообще-то мне уже пофигу. Мальчик, девочка, какая к черту разница? А вы уловили принцип местной магии, новый хозяин. Но ты не пацан. Вообще-то, я очень даже мужик. Еще одно слово, я тебя выкину отсюда, понял? Не расстраивайся, боги милостивы ко всем. Они услышат твои молитвы. Я вот молюсь поскорее сдохнуть. А с ним у нас точно все в порядке? Да, он просто... Бессмертный. Но ты с него пример не бери. И не грусти, а то попа не будет расти. А этот блаженный у нас тут, как я понимаю, самый веселый, да? Нет, я так больше не могу. О, а вот так могу. Кстати, хозяин, я все еще мальчик и вампир. Кстати, ты еще в юбке. Змей, нечисть. Дорогой Ньюни, мне не подобрать то, что мы с тобой уже не подходим. Я уже понял, что кристалл ошибся и прислал нам другого избранного. Но портал всегда присылает подсказки. Он вообще-то никогда не ограничивается одним куском мусора. Должны быть еще бумажки, инструкция, каталог, скидочные купоны, в конце концов. Эй! Неважно. Где папочка? Папка с документами, идиоты! Это у Куи спроси.
Значит, смотри, план такой. Тут мы добавим вот это, потом это, и у нас все получится. И что это? Что из этого получится? Мои пикантные фото. Если продать, знаешь, какая прибыль выйдет? Тихо. Не ссорьтесь. Давайте лучше во что-нибудь поиграем. Шахматы там, шашки. Вот, карты. Давайте в картишки. Здорово. А во что играть будем? Давайте в одного. Это мы не запрещаем. А играть-то во что будем? Да пошли вы все! Что за день такой? Все в моей жизни идет через точку. Сперва я еле поступил на дизайнера. Чудом, будто звезды сошлись. Нет. Я уверен, вы покорили их своим талантом и харизмой. Потом дочку рвало, чтобы на работу взяли. Сколько я собеседований прошел? Нет, вы приложили много усилий и это оценили по достоинству. А потом начались эти дурацкие заказы. Все приходили со своими накуренными дизайнами, просили стразиков и котят. Побольше розового. Я чувствовал, что деградирую. Нет, ты развивался над собой в сложных условиях. Я бы уже умер. Жаль, что это был не я, а то бы наконец-то умер. Дальше я месяц работал как волк. Да что там волк, как волк? Меня кормили только мои мечты, и сеть забегалок вкусно и грустно. Нет, волки благородные и верные себе и семье. Не важно, кто важен, а важно, кто не важен. Ау! Наконец я попал в ваш волшебный мир с брюликами, словно в санлай зашел, и они по правде закрылись. И снова здесь все работает через пятую точку. Так, я не понял. А где здесь ваше «нет, ты не прав»? А вот тут ты прав. Здесь все так и работает. Пожалуйста, продолжай. Вот кто бы мне дал? Кто бы мне дал по лицу, чтобы этот кошмар наконец закончился? И я наконец очутился дома, где мне дают деньги. Может, даже и не в йенах. Слушайте, истинный мастер. Я не знаю, о каких йенах тут речь. Но если вам очень нужны слава, почет и деньги, то мы вам дадим. Знаю я, что вы мне дать хотите. Ладно, тебе не расстраивайся. Вот, смотри, что у нас есть. Моя гордость и честь не продаются. Я не какая-то там дешевка. Я стою большего. Да нет же я... А чего это я, собственно, возмущаюсь? Денег дают, кормить будут, уже любят. Черт с вами, я согласен, остаюсь. Так я окончательно исполнил свою мечту. Я стал дизайнером на фрилансе.